это все новое. Новое, да. У нас такого нету. А, я знаю. А money? No. No? Это только этот. Это месячный платеж 30 евро. 30 евро? За все. И то есть сколько будете заряжаться, без разницы? На этой карточке без разницы, да. На 30 евро, да. А насколько хватает зарядки у машины? 160 километров. 160 километров? Мало. Это мало. По городу? Ну, все, да. Ну, три раза в неделю. Три раза в неделю. А километры сколько? У меня... Мало? 600-700 в месяц, по-моему, около. Ну, только. Ну, я, в принципе, здесь живу в старом городе. Ага. А бензин? Нет, и нету. Только электричество? Только электричество. А если кончится в дороге? Ну, тогда звонит каску, страхование. А, приедут, погрузят и привезут к аппарату, да? Я не знаю, я попробую. Не было такого, да? Понятно. И сколько она заряжаться будет? Час. Там пишут, да? Да. А, тут даже. Час только. До полной зарядки, да? Угу. Ну так-то это там здесь аккумуляторы, но по-моему около 85-90% там на час сделает. А автомобиль Nissan, да? Да, это Nissan. Да. Новый. Дорогой автомобиль? Да. Ну, в евро. Ну, мне просто понять, сколько стоит. В России не продаются такие. 40 тысяч. 40 тысяч. Дорого. Но это экология, да? Да. А, please, open the door. Ну, сидеть желаете? А, нет, я просто сниму, покажу в Москве. Все умещаются? Да. Ну здорово вообще. Мы просто с женой проездом с. О, нифига себе. Ну, короче, есть такая возможность. То есть прям от обычной розетки. Угу. Обалдеть, прям европейская вилка. Ну это она вообще не так-то. Ага. Такой штекер. Интересно как. Угу. Ну, вот такой вот автомобиль. Nissan, что-то тут Zero Emission, очень вежливый водитель, все нам объяснил, показал. Ну вот она у него заряжаться будет еще целый, ну, почти час, вот 56 минут, 14 секунд, 13. Очень интересно.